И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в регионе. С начала текущей недели в Ненецком автономном округе выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших жители Нарьинмара, поселков Искателей и Каратайка, а также сел Неси, Верхняя Пеша. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 940 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В статистические данные включены не только местные жители, но и работники нефтяных месторождений, находящихся в этот период на вахте. По данным медицинских организаций, с начала этой недели выздоровели 24 пациента. В настоящее время на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 66 пациентов, в том числе 3 бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 11 человек. Находится на амбулаторном лечении 55 человек. Достаточно ли лекарственных средств для лечения всех больных в стационаре и для лечения амбулаторных больных? Да, стационарный сегмент у нас наполнен в полном объеме. Те препараты, которые есть в аптеке для лечения амбулаторных пациентов, также в достаточном количестве. Как сообщили в профильном департаменте, медицинскими организациями выписано порядка 900 бесплатных рецептов. Тяжелые больные у нас сегодня есть, которым необходима какая-то уже помощь более серьезная. Те пациенты, которые находятся в реанимационном отделении, они регулярно консультируются с реанимационным центром федеральным. То есть дополнительные помощи пока по ним не требуется. С начала пандемии в регионе проведено более 19 500 ПЦР-исследований на выявление инфекций. Только за прошедшие сутки 80. На учете в региональном управлении Роспотребнадзора состоят 398 человек. На этой неделе в округе был зарегистрирован первый случай летального исхода от коронавируса. Пациент в возрасте 64 лет имел тяжелые сопутствующие хронические заболевания. Длительное время проходило лечение в Ненецкой окружной больнице. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, мужчина скончался. Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. В ее рамках приняты ограничительные меры. В общественных местах необходимо находиться в масках. Прибывающие в Нарьинмар из других регионов, в том числе и местные жители, должны предоставить справку об отсутствии COVID-19. Если таковая отсутствует, прибывший обязан соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Пройти экспресс-тест на наличие или отсутствие инфекции можно в окружных медицинских организациях. Запись на тестирование открыта с 1 февраля во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы и Центральной районной поликлиники Заполярного района. Всю необходимую информацию можно получить по телефону горячей линии, короткий номер 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Ольга Русул, Ольга Малыгина, Леонид Шишелов, Антон Водряков, телеканал «Север».